Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дискоданцер Ронин, и в этом видео я спешу с вами поделиться прекрасной новостью. Если вы вдруг все еще хотите расстаться со своими деньгами, задонатить куда-нибудь в Wargaming, у вас появилось еще больше возможностей это сделать благодаря моему знакомому Леониду, который поможет вам расстаться с вашими деньгами и, естественно, приобрести то, что вы хотите в Wargaming, если у вас вдруг так и не появилось никакой карты или знакомых где-нибудь в Казахстане или в других странах. Также у него появилась возможность донатить в другие проекты Wargaming, они будут вот тут написаны, в какие он может это сделать. Так что если вы хотите что-либо приобрести в этих играх, можете обращаться к нему. В прошлом году к новогодним коробкам я уже делал видео, в котором я вам рекомендовал Леонида, который может вам помочь с этими услугами. Под тем же видео вы можете ознакомиться с отзывами о том, как он работает. Ну и, естественно, кидает ли он людей. Естественно, он их не кидает, но если вы вдруг озабочены вопросом, куда могут утечь ваши деньги, вы можете почитать отзывы. Их не так много, но не все люди, к сожалению, могут оставить отзывы. Да даже у меня на Авито я людей заставляю, знаете, когда я им что-то отправляю, я их заставляю, чтобы они писали отзывы. Потому что просто попросить людей в России, ну, это ничего не получить в итоге. Нужно именно заставлять. Либо дарить им 500 рублей скидку, тогда они уже с большей охотой их могут вам оставить. И то, наверное, не все будут это делать даже за 500 рублей. Поэтому, если для вас это очень важно и критично, почитайте сначала отзывы и потом уже связывайтесь с ним и договаривайтесь о покупках. Я оставлю видео предыдущее в описании. И, естественно, на Леонида ссылку оставлю я тоже в описании под этим видео. На этом у меня все. Донатьте в танки, теряйте бабло, играйте в танки. Я еще до сих пор не слез с иглы, но с каждым днем я понимаю, что надо делать это. Тем более у меня кончился премиум аккаунт. На этом у меня все. Всем большое спасибо и пока.